Еще раз добрый день. Начинается матч за 34 место между нашей командой «Строитель» и командой «КамАЗ». Потом загрузим. Да, команда «КамАЗ» будет в оранжевых манишках. И параллельно у нас идет финал «КамАЗ» Актюба. Так, стартовый состав: Брагин на воротах, в поле Карапетян, Краснов, Загайнов, Газединов, Тихонов, Сарваров. Итак, свисток, матч начался. И команда «КамАЗ» сразу начинает с атаки. От ворот. Краснов с мячом. Карапетян. Газединов прострел. Первый угловой в матче зарабатывает команда «Строитель». Загайнов будет подавать. Подача. Тихонов в красивом подкате перехватывает мяч. Еще один угловой. Аут. Сарваров будет вводить мяч из-за боковой. Очередной угловой. Напоминаю, у нас идет матч за 3-4 место. Краснов на Карапетяна. Карапетян должен сейчас увидеть Загайнова. Газединов. Газединов продолжает. Передача на Загайнова. Загайнов на замахе. Удар. Тихонов. Удар! Отличная передача от Загайнова. Пяточкой на Тихонова. И Тихонов в дальний угол отправляет мяч. Счет в матче становится 1-0 в пользу команды «Строитель». Да, Галин, играем с «КамАЗом». Судья просит переиграть по свистку. Краснов
Должен увидеть Сарварова. Да, передача на Сарварова. Сарваров сам. Передача в центр на Тихонова. Тихонов замахивается, удар. И попадает во вратаря. Гайзидинов отбирает мяч. Карапетян с мячом. Контроль мяча. Не ошибается Карапетян. Сарваров. Передача на Тихонова. Тихонов обратно на Сарварова. И Сарваров убегает 1-1. Удар! Гол! Гол забивает Сарваров Тимур. Счет в матче становится 2-0. Хороший темп ребята задали. В команде КамАЗ смена. В команде «Строитель» замена вместо Краснова появляется Холкин Ранель. Холкин. Карапетян. Гайзидинов. Тихонов. Тихонов сам подхватывает. Сильный навес. И сейчас надо возвращаться, возвращаться. Да, успевают наши ребята вернуться в оборону. Сарваров должен побороться. И Тимур зарабатывает аут в пользу своей команды. Холкин. Перевод на правый фланг. Карапетян. Гайзидинов. Гайзидинов отлично с Загайновым. И Гайзидинов разбегается. Ну, пал Гайзидинов. Не получился у него прострел. Сбрасывайте, что вы? Аккуратней. Штрафной все-таки назначил судья. А что вы встали наперед, бегите? Сильно вперед, Брагин. Брагин фиксирует мяч. Все-таки получился удар по воротам, не столько навес игрока КамАЗа. Ой-ой-ой, какую ошибку делает Сарваров. Брагин. Брагин успевает, исправил ошибку сейчас Сарварова Тимура. Срезал Тимур передачу. На поле появился вместо Тихонова Кульбарисов. Загайнов. Кульбарисов. Сарваров. Ну, довольно-таки простой удар для вратаря КамАЗа. Легко он с ним справляется. Отлично. Если бы прошла передача сейчас у Загайнова, получился бы у Гайзидинова отличный выход.
Команда КамАЗ бежит в контратаку. Холкин. Сейчас надо Ранелю разгонять атаку. Обыгрывает одного. Еще раз его. Прострел. Загайнов. Сильный удар! Со штрафной примерно. Загайнов пробил. И забил. Сейчас в матче становится 3-0. Вместо Кульбарисова на поле появляется Шакиров. Вместо Гайзидинова сейчас появится Юмангулов. Контроль мяча. Карапетян перевод. Холкин Ранель. Потеря. Сейчас вынуждены сами исправлять свою ошибку. И аут. Шакиров. Успокоить надо игру, да, Брагин не торопится. Спешить некуда, команда выигрывает, время идет. Юма, беги уже, беги, Юма! Иногда приходится подсказывать нашим ребятам, чтобы они не смотрели футбол, а играли в него. Холкин не дал себя обыграть. Удар. Простой удар для Брагина. Спокойненько он фиксирует мяч. Наборщиков появился на поле. Ой, какой красивый удар! Сарваров! С угла штрафной. В дальний угол. Счет в матче становится 4-0. А в параллельном матче у нас Актюбаг обыгрывает КамАЗ в финале. Карапетян с мячом. Отлично увидел Юмангулова. Юмангулов в центр на Загайнова. Загайнов должен... Не отдавал передачу Загайнов на Наборщикова. Потому что Наборщиков стоял в офсайде. И угловой. Сарваров будет подавать. Подача. Холкин. Сарваров, еще одна подача. Наборщиков. Вынуждает. Так, двойная замена в команде «Строитель». Вместо Карапетяна и Холкина появляется на поле Краснов и Чугунов, соответственно. Чугунов.
Опять Чугунов. Загайнов. Юмангулова. Юмангулов сильно себе на ход вперед и должен догонять. Марат. Да, догнал и сделает прострел. И зарабатывает аут. Угловой в пользу команды «Строитель». Загайнов будет подавать. Сильная подача вперед. Еще одна подача. Наборщик Авдима растерялся, какой же частью тела все-таки наносить удар. Чугунов надо поменять. Да, край на Краснова, Сарваров. Отлично обманул. Загайнов. Наборщиков. На Юмангулова. Юмангулов сильно вперед. Загайнов не получился удар у Загайнова. В команде «Строитель» замена. Вместо Сарварова появляется на поле Тихонов Егор. Сразу же вступает в бой. Как говорят, у нас корабля на бал. Ни для кого не секрет, какой у нас принципиально. Загайнов. Загайнов уходит в отрыв. Юмангулов. Чугунов на Краснова. Сам же открывается. Контроль показывают. Центр на Загайнова. Неплохой контроль мяча. Удар. Брагин увидел Тихонова и сразу передача рукой на ход ему. Игра успокоилась. Можно, да, вспомнить наше противостояние. Челнинское, так называемое, дерби. Это «Строитель» и «КамАЗ». Пока мы вспоминаем, наборщиков поменяли на Гатаулина. С «КамАЗом» у нас всегда принципиальное дерби. И судья фиксирует аут в пользу команды «Строитель». Таулин. И Мангулов должен возвращаться, исправлять аут синий. И Мангулов хорошо вернулся, вынудил игрока команды КамАЗ ошибаться. Еще раз. Вперед. Ну, пока игроки команды КамАЗ достают мяч, нам остается играть примерно минута времени. На руку нашим ребятам. Такие долгие телодвижения КамАЗа. Сейчас Загайнов должен... Не успел Загайнов сейчас сделать передачу на Тихонова. Ой-ой-ой, Краснов обрезает. Чугунов. Сильный удар. Да, по
попал все-таки игрок, дают игроку бить. И счет матча становится 1-4 от руки Брагина. Алана мяч все-таки залетел, дотянулся он. И первый тайм у нас заканчивается.